Данное мероприятие мы проводим с 2016 года, то есть корни уходят именно в 2016 год. Но традиционно соревнование спортивное на автомобилях Rain Forest Challenge являлось соревнованием исключительно подготовленных внедорожников, можно сказать, различной конструкции свободной, да, приезжают автомобили. Формат мероприятия, соревнования самого, он основан на том, что организаторами создаются определенные специальные секции, и по этим секциям участник должен пройти в определенной последовательности, соблюдая задания, которые мы им подготовили. То есть это проход через курсовые ворота. Это правила, в общем-то, которые давно уже существовали в дисциплине джип-триал. Автомобильный завод «Урал» выступает партнером этого соревнования, участвует в демонстрационных показах, потому что грузовой триал, он зрелищный, потому что это большая машина, потому что это большая масса, потому что это интересно, а когда он упадет, а может быть не упадет.